Но члены профсоюзов в регионах активно поддерживают своего кандидата. Они уже готовятся к началу агитационной кампании. Продолжается регистрация доверенных лиц. Аналия Есенбердина расскажет подробнее. Третий кандидат в президенты Амангельды Таспихов сегодня получил официальное удостоверение. В Искаменогорске, профсоюзе работников образования и науки, события считают важным. В числе первых они поддержали своего коллегу из Западного Казахстана. И только за первые два дня собрали более 11 500 подписей в пользу своего кандидата. Сбор шел очень активно, потому что вы знаете, что в ближайшее время будет принят закон о статусе педагога. Надежд очень много, предложений много. И вот, выдвигая своего кандидата, мы хотим быть услышанными в правительстве. Те наработки, что мы предлагали в проект, доведет наш кандидат. Профсоюз работников образования в области самый многочисленный. В него входят почти 60 тысяч педагогов. Всего же в рядах Республиканской Федерации более 2 000 000 человек. Это реальная сила в поддержку нового кандидата, считают эксперты. Мы уже готовы начать предвыборную кампанию. В печать идут агитационные материалы, билборды, брошюры, листовки. Только по Алматинской области больше 150 человек, зарегистрированные как доверенные лица. Всего по республике перед регистрацией Амангельды Таспихова в кандидаты в его поддержку удалось собрать около 120 тысяч подписей. Анна Лесенбердина, Адильхан Сахариев, Аслан Тулепов, Хабар 24.